трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Так все-таки может водитель фотографировать автоинспектора или снимать его на видео? В официальном сообщении ГИБДД говорится «может». Объяснение следующее. Да, в новом административном регламенте об этом не упоминается. Но, во-первых, есть Конституция, гарантирующая каждому право на свободный поиск, получение и передачу информации любым законным способом. А во-вторых, не надо забывать о законе о полиции, где закреплен принцип открытости работы правоохранителей. Исключения, правда, имеют. К примеру, сотрудник ДПС может попросить автомобилиста убрать камеру, если съемка мешает ему оформлять ДТП, если идут оперативно-розыскные мероприятия или введен режим контртеррористической операции. Трасса 101. С 1 июля следующего года на все новые автомобили будет оформляться не бумажный паспорт транспортного средства, а электронный. Сдавать документ, разъясняет ГИБДД, не придется. Однако хозяин авто по своему желанию сможет получить его виртуальный аналог. Ранее сообщалось, что эта услуга будет стоить порядка 600 рублей. Также ЭПТС будет оформляться при купле-продаже авто с пробегом. В него включат данные о владельце, техническом осмотре, ремонте, пробеге, ДТП и так далее. Трасса 101. Компания Hyundai анонсировала три новинки для России в 2018 году. Во-первых, это Santa Fe следующего, четвертого поколения. Корейцы обещают, что машина станет более современной и динамичной. Во-вторых, речь идет о рестайлинговом Hyundai Tucson. Наконец, модернизация коснется и кроссовера Creta. У него будут другие сочетания двигателей и коробок передач. Плюс новые опции, созданные с учетом пожеланий клиентов. Ульяновский автозавод обещает в недалеком будущем начать выпуск гибридных автомобилей. Ожидается, что запас хода у таких машин при полностью заправленном баке и заряженной батарее электродвигателя составит 1000 километров. Также в планах УАЗа разработка двух новых бензиновых моторов объемом 2,3 и 2,5 литра. Турбированных или нет, пока неизвестно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.